Город Чингмай и стена. Что это за стена? Насколько она старая? По факту я имею в виду. Все остальное можно прочитать в Википедии. Массив выглядит вот таким образом. Структура камня похожа на местный грунт. Из подобного грунта состоят окружающие нас горы и многие горы в Азии. Здесь отчетливо мы можем наблюдать, что кирпичи все разные по форме, по длине, ширине, толщине. Здесь мы также видим, что в середине была применена так называемая забутовка грунтом. Очень хорошо видно. То есть стена не целиком состоит из кирпича. И теперь обратите внимание на разницу между кладкой слева и справа. Вы только посмотрите, какой красивый закат. Вот здесь мы видим, что скорее всего, судя по цвету камня, вот это здание справа было построено немного в другое время, чем левая часть стены, которая сейчас у нас внизу в кадре. Здесь мы также можем наблюдать, что кирпичи разного размера, но созданы они при помощи того же самого грунта. Здесь у нас такая красота, но интересует нас не это. Нас интересует вот это здание. Ну и здесь мы видим, что оно частично потрескалось в верхней части, но не такое темное, как тот фрагмент, который я показывал в самом начале этого видео. Здесь мы также наблюдаем здание, пристроенное к этой старой стене.